Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами вышли на прогулочку. Мы в Азове. Сейчас спускаемся к реке, к Азовке, к нашей. Вот такая красота открывается перед нами. Уже травка зеленеет, солнышко блестит. Сегодня чудесный теплый день. И мы с вами сейчас прогуляемся. Вот такая у нас здесь крутая лестница. Идет вниз. Сейчас пойдем с вами сходим на смотровую площадочку. Наверх туда пойдем или сюда? Туда? Трава зеленая уже, красиво. Весна, весна, идет к нам весна. День прекрасный, ветра нету. Ой, прям дышится легко так. Вот такая беседочка у нас. Вот впереди речка. Посмотрите, какая красота. Как красиво. Только-только забрезжила весна. Первые ивы подернулись такой зеленцой легкой. Вот они впереди, на том берегу. Направо. Мостик хорошо виден. Пойдем. Итак, спускаемся к нашей реке. Вороны. Вот мостик через речку Азовку. Катера стоят. Тихо-тихо на воде. Сели отдохнуть, поднялись на гору, устали. А кот тоже, вот смотрите, присел отдохнуть. Интересно, убежит он или не убежит? Убежит он или не убежит? Какой симпатяга! Ох, и симпатяга! Посмотрите на него! Посмотрите, какой кот. Ой, какой симпатичный. Не надо, вы его испугаете. Не подходите к нему. Это не наш, но я его снимаю. Потому что он красивый. Ну, отойдите, ребята. Ну, дайте мне кота снять. Вот дети какие, да? Не дают тебя снять.
Какой же ты у нас славный. Ох ты, кот, представительный какой, симпатичный. Язык высунул. Ой, и сидит он на солнышке весеннем, греется. Ох, какой кот. Ну, дай на тебя посмотреть, ну, дай. Ну. Молодец, не уходишь, молодец. Скажи, да что мне уходить? Я видно, что старый. Видно, не надо, не буду тебя оскорблять, молодой, молодой. Симпатичный молодой кот. И ухом не ведет. Ну давай, отдыхай. Ну вот, дорогие мои, я вам и кота показала. Тоже сел вместе с нами, отдыхает. Это такая вот небольшая у нас площадь. Лениво кушать Ленина, товарищ Ленин. Стоит, никому не мешает, все нормально, наша история, наша история. Памятник Лазареву Михаилу Петровичу, участнику трех кругосветных путешествий. Красивый такой памятник. Посмотрите. Вот. Ага, вот Лазарев Михаил Петрович. Да, годы жизни 1788-1851. Ну, нормально для тех лет. Вот. Красивый памятник. И красивый сам Лазарев. Смотри, какой он славный. Ну, вот так вот. Ну что, сейчас мы вот выходим к памятнику Петру Первому. Впереди вот здание музея. Как-нибудь мы с вами посетим его. У нас очень интересный музей. Экспонаты достаточно такие хорошие, интересные. Сам городок у нас небольшой. Вот памятник. Пожалуйста. Наш Петр Первый. Мы прошлись по аллее. Вот такая стела Александру Сергеевичу Пушкину. Сосны высадили. Новые. Хорошо все сделано. Наш ресторан.
ресторанчик. Мои хорошие, мы прогулялись с вами по нашему городу Азову.